сегодня главный запрос от бизнеса – это консолидация общих усилий и координация действий региональной, федеральной и муниципальной власти для конкретного инвестора, для решения его интересов, его бизнес-задач. И самое важное – вот этот момент, потому что во многом наша беда не Тюменской области, а в целом заключается в том, что мы, как говорят, находимся на разных уровнях, но между собой мы никаким образом не работаем. Так вот, сегодня Тюменская область, она прошла чуть дальше других регионов в плане того, что вот именно координирующая составляющая у нас достаточно большая и сильная в этом плане. Безусловно, мы будем создавать структуру, связанную с формированием на постоянной системной основе получения обратной связи от бизнеса и решения вопросов, которые пойдут от бизнеса. То есть, по сути, нас ждет расширение проектного офиса. Следующее, то, что это, безусловно, все муниципальные образования и институты развития должны иметь кейсы для бизнеса, они у нас сегодня есть, как на муниципальном уровне, так и на региональном уровне. В этом плане мы готовы. Ну и на самом деле дальнейшая история – это, безусловно, сопровождение инвесторов и закрепление в законе больших полномочий для институтов поддержки, таких как инвестиционные агентства сегодня в Тюменской области, прямо на законодательном федеральном уровне.